Ну, может быть, журналистика в мире переживает кризис? Хотя, конечно, той высокой как бы, уровня журналистики, как бы меня не закидали камнями, но все-таки там у CBS, CNN, которые существуют, подача материала с минимальной трактовкой, как бы, новости в чистом виде. Хотя мы все знаем, сейчас все настолько готовы к тому, что ими будут манипулировать, что любую информацию априори воспринимают как манипуляцию. Может быть, надо успокоиться в плане вот этой как бы... признать в журналисте человека, что любой журналист является лишь журналистом, лишь человеком, который передает, в общем, свою точку зрения. Или какого-нибудь, скажем, группы людей, что мы знаем, что вот Иванов за этих, а Петров за этих, а этот вообще неизвестно за кого. Не надо все принимать на веру. Вообще, мне кажется, что когда мы говорим о журналистике, надо больше говорить не о вопросах веры, это к церкви, а в вопросах анализа. Надо не столько, скажем, выправлять журналистику, сколько мозги выправлять тех, кто эту журналистику воспринимает. То есть надо уметь читать информацию. Вот это, наверное, это важнее даже, чем... А там и журналистика другая может появиться.